Дальше, ребят, вот такая вот история. Сожженные БТРы наших хороших освободителей. Людей, наверное, позабирали. Или кто-то успел выбежать. Такая вот история. Если не ошибаюсь, называются российские тигры. Покрышки, кому надо, диски. Только по одной штуке. 4 разных можно в машину взять. Дальше школа идет под номером 134. Ну или то, что от нее осталось. Порохом пахнет, кстати, до сих пор. Причем очень прям ядовито. Здесь, кстати, говорят местные жители, что на следующий день после всех этих событий нашли одного диверсанта. Там пацан контуженный, прятался где-то на третьем этаже. Вот так вот выглядит, собственно говоря, школа на сегодняшний день. Зрелище, конечно, супер. Бедные дети. Так же, как наша школа с немецким уклоном. Господи, просто всю школу сожгли. Просто всю. Вот стоим, ребят, дорогу переходить. Ничего необычного. Спокойный день. Все хорошо у нас в Харькове. Не стреляют. Не бомбят.